Шома Уна, а на играх в Лиллехаммере, в юниорском одиночном фигурном катании, золотая медаль досталась Соти Ямамото, серебро выиграл Денис Васильев, а бронза была 4 года назад у Дмитрия Алиева. Итак, первая короткая программа в сильнейшей разминке у юношей-одиночников будет за авторством Юмы Кагиямы, фигуриста, представляющего сборную Японии и имеющего в нынешнем сезоне 84,72 балла. Да, Ямамото подпортил себе картинку и подпортил существенно. В финале гран-при у него не получилось, и уже можно с уверенностью говорить, что не получилось у него и в короткой программе. Равно как и в Турине тоже. В короткой программе в первую очередь у него не получилось. Так вот и на юношеских олимпийских играх в Лозанне. Так, казалось бы, здорово все начиналось. Но, правда, начал он с тройного Ридбергера, что при такой заявке, а у всех пятерых фигуристов в этой группе участников заявлен аксель в 3,5 оборота. Но начал Юма с тройного Ридбергера, коснулся свободной ногой при приземлении. Потом как раз вот Ридбергер, небольшое касание свободной ногой. Потом уже традиционно для себя блестяще исполнил аксель 3,5, а вот дальше не задалось. Давайте еще раз посмотрим. Так сильно разогнался на каскад, что в итоге свалился и улетел прямо в борт. Еще раз Ридбергер. То все три прыжковых в одну кучу режиссер мешает, то по несколько раз показывает один и тот же прыжок. Оригинальное видение. И тут, в общем, мало что можно добавить. Я не говорю, что это плохо или хорошо, не говорю, что это правильно или неправильно. Я говорю, что это непривычно.
Нет, Аксель, нам не показали, каскад тоже не показали. В общем, там был двойной лутц, двойной тулуп на столь высокой скорости, что Гьямо в итоге улетел в борт, упал, и на этом, конечно, потерял огромное количество баллов. 2-2 же, если я ничего не путаю, еще и не разрешено, да, прыгать. Комбинация должна быть, да, 2-3, 3-2 или 3-3. Вот тебе раз. Так что 2-2 это вообще по нулям у Кагиямы. Да еще минус за падение. Ой-ой-ой-ой-ой. Но, несмотря ни на что, очень высокая оценка за компоненты программы, 72,76. Он пока первый, но это, впрочем, ожидаемо. Однако...